Что там по закону нельзя размещать на билбордах? Кажется, там не должно быть клеветы и слов типа «вагина» или «член», да? Это мне подходит. Так вы мама Анжелы Хейс? Все верно. Анжела Хейс – моя дочь. Зачем вы арендовали эти билборды? Мою дочь Анжелу убили 7 месяцев назад. Похоже, полиции больше по душе кошмарить чернокожих, чем заниматься реальными преступлениями. Простите. Знаю, шеф, но у нас тут небольшая проблема. Я сделал бы все, чтобы поймать убийцу вашей дочери, но вот это нечестно по отношению ко мне. У нас 2 официальные жалобы насчет билбордов. От кого? От дамы с косым глазом. Дама с косым, сука, глазом? Должен сказать, у шерифа в городе много друзей. Это не ты просверлила маленькую дырочку в руке дантиста? Соболезную насчет Анжелы, но мы все в городе против этих билбордов. Ты знаешь, кто кинул банку? Какую банку? Молодец. Слышь, гондон! Чего? Чего, Диксон? Да она только что гондоном тебя назвала. Чем больше подключается общественность, тем больше шансов раскрыть дело. Если бы ты не перестала ходить в церковь, ты научилась бы тогда хоть немного понимать чувства окружающих. И 3, 2, 1. Нас всех интересует, закончена ли на этом печальная сага о 3 билбордах на границе Эббинга, штат Миссури. Ничего не закончено, тупая стерва. Все только начинается.